Друзья, всем добро пожаловать в Алании. Действительно, Алания – это уникальный город. Алания – это интересный город, друзья. Здесь вы можете увидеть разные жизни. Алания – очень быстро развивающий город. В Алании есть теперь новый аэропорт, перспективный город, друзья. В Алании живут 79 национальностей. В Алании растет 187 видов овощей, фруктов. Самый теплый точка в Турции. Здесь практически зима нету, друзья. Фабрика нету, экология очень чистая. Здесь есть русская школа. Здесь есть частные и государственные больницы, друзья. И здесь новый, свежий город. Город – это все. Город Алания, друзья, с вами сегодня будет. Действительно, я этот город очень люблю. Я здесь не родился, я родился в городе Мерсин. Мерсин – это моя родина. Но я здесь живу уже 20 лет, друзья. И здесь жизнь кипит. Здесь уже можно назвать, друзья, интернациональный город. Город Алания. 300 тысяч населения. Летом два раза больше, друзья. Экология очень чистая. Так что, друзья, всем еще раз привет из Мерсина, из Алании, из Турции. Всем большой привет, друзья. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь, чтобы каждый день получить вот такая красота, друзья. Море, бассейн, солнце, свежий воздух, еще что нужно для комфортного жизни. Все есть, друзья. Между прочим, 6 июля, июля или июня? Июня. 6 июня будем в Казахстане. Сначала Актау, потом Нур-Султан, потом будем... Где будем, оператор? Алматы. В Алматы будем, друзья, для вас. Нужно просто записываться, если вы хотите с нами встретиться индивидуально и поговорить, как можно свои жизни менять, друзья, хорошую сторону. Можете заранее записываться. Так что, короче, есть бассейн, вот как вы видите, стандартный это. Есть детский бассейн, есть беседка, есть место барбекю, друзья. Место расположения отлично. Это в самом сердце Махмутлари, друзья. Рядом есть вот внизу продуктовый магазин, рядом есть аптека, поликлиник, море 200 метров, море недалеко. И рядом еще есть Микрос торговый центр, друзья. Вот такой огромный еще сад. Здесь у нас сегодняшнее предложение будет на первом этаже, первый высокий этаж, друзья. Так что в Турции, я не знаю, почему апартаменты и квартиры называют. Апартаменты или квартиры? Чем они отличаются? Тем, что условия разные, может быть. Не знаю, почему турки и русские иногда спрашивают, это апартаменты или квартиры? Чем они отличаются? Короче, может быть, кто-то знает. Напишите под видео, может быть, я где-то что-то пропускаю. Апартамент что такое? Апартаменты что такое? Квартира что такое? Я сам не знаю, иногда меня спрашивают, это апартаменты или квартиры. Так что, друзья, сад большой, красивее, 24 часа, охрана тоже есть. И давайте теперь поднимаемся, посмотрим. Между прочим, генератор тоже есть, место велосипед тоже есть. И консьерж тоже есть, 24 часа здесь, друзья. Вообще, турецкий сервис, очень хороший сервис, потому что даже консьерж 24 часа здесь работает. В России есть консьерж, да? Где есть комплексы? Комплекс. Бывает, да? Так что, давайте теперь поднимаемся, посмотрим наши сегодняшние предложения. И потом, если есть у вас какие-то мнения, под видео напишите. Поехали! Yak gel bildin ne varsa sat gel, gözüm yok para pulda, yalnız sanadır hasretim. Yak gel bildin ne varsa sat gel. Давай вместе. Оператор. Yak gel bildin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulday. Давай только я пою. Дел, дел.
Почти знакомые слова. Ты так-то русские песни пей. Все невозможно, я возможно, знаю точно. Это кто поет? Дима Билан? А Алла Пугачева не поет такой? Пугачева поет. Совсем по-другому, да? По-другому. Друзья, теперь мы с вами поднимали на первом этаже 115 квадратный метр. Расположение очень хорошо. Очень хорошо расположение. Она пустая, без мебели. Но юг, запад и север. Огромный угловой большой балкон. И напротив сразу у вас сад, бассейн. Можно победить оператор? Вот такой у вас вид никак-то не закрывается, потому что у вас впереди балкон и сад, бассейн, друзья. Так что 2 плюс 1 и безбытовая техника продается, без мебель продается. Огромный большой балкон, друзья. И можем с вами заходить, посмотреть. И просто она продается без ничего продается. Только стол, здесь есть барный стол и мрамор. Остальные вы сами тоже можете посмотреть, друзья, потому что как-то без мебели ничего не хочется говорить, потому что меньше можно говорить, да, как-то без мебели. Или можно говорить. Так что перехожий большой, есть еще санузел, и общий санузел тоже есть. На первом этаже район Махмутлар, друзья, огромная, большая площадь. Мебель – это не главное в самом деле, друзья. Вы можете обставить за 5000, за 8000 евро полностью вот эту квартиру. Под видео есть ссылка, друзья. Ссылка нажимаете, оттуда вы можете получить более подробную информацию на нашем сайте, через наш сайт arbatoms.ru, друзья. Наш сайт arbatoms.ru – самый популярный сайт, самый полезный сайт. Друзья, заходите на нашем сайте, более подробную информацию получаете. Так что здесь вот такой перехожий. Можно, да? Можно. Вот здесь квадратный, вот такой перехожий. Два санузла, с левой стороны вот такой шкаф, огромный большой шкаф. И там есть родительская комната, детская комната. Еще один балкон тоже есть. Вот где. Давай, пойдем вместе. Вот здесь еще один балкон есть, вот здесь вы можете даже этот балкон застеклить, получается еще одна маленькая комната, друзья, и сразу у вас напротив бассейн, сад и вид очень красивый, на самом деле, друзья, она не давит. Короче, друзья, мы с вами смотрели район Махмутлар, центр Махмутлар, друзья, все городская инфраструктура здесь рядом, 115 квадратный метр на первом этаже, друзья, под видео есть ссылка, более подробная информация через ссылку можете изучать. И из Алании всем еще раз большой привет, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь, чтобы каждый день получить интересный, хороший, полезный видеоролик. Казахстанцы, не забывайте, скоро мы там будем. Актау, Нур-Султан и Алматы будем, друзья, после 5 июля. Июня, Хазиран, короче, Хазиран, по-турецки. После 5 Хазиран у вас будем, нужно записываться для индивидуальной встречи. Так что Yakı gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır hasretim. Все. До свидания. Пока-пока.